Ниндзя! Андрю, да пи***ц какой-то, просто пи***ц, Адам, просто ты то же самое говорил. Добро пожаловать в студию The False Emperor, в эфире новости. У нас, как всегда, нет, не как всегда. Мы уволили Журавлева. Я вообще был против, но совет директоров сказал, типа, гоните его, насмехайтесь над ним. ЕТЦ он так и не сделал, уволить к чертовой матери. У меня, как у генерального директора, было право вето, но апостол сказал... Ап-та-та. Я не мог ничего. Пришлось, короче, вот сегодня у нас заменяет Журавлева апостол. Как всегда, это самое, не подводит. Никогда. И у нас сегодня опять лоу-кост новости. С одной камеры пишем быстренько, значит, релизы у нас всякие коробки дурацкие. Ну, ересь, в общем, на этой неделе. Еретические коробки. Еретические коробки. Вот, чуть-чуть слухов, немножко комьюнити, которое потухло, но, в принципе, чуть-чуть сейчас расскажем. Тлеет есть... как-то тряники. Да, тлеет немножко. Вот, и, как всегда, всякая ахинея, которую вы выключаете обычно. Так вот, значит, релизы. Коробка таки вышла, продается, стоит каких-то безумных денег. 95 фунтов, что ли? Ну, короче, у нас от 9 тысяч где-то она... Все еще дешевле, чем War of Titan. Это хорошо, да, но это вот реально просто такой, я хочу, наверное, поиграть в эту игру. 9 тысяч, твою мать, а помните стартеры сколько стоили, там что-то 2... Старые времена, 2800. 2800 стартер. Я брал стартер за 3600. 9 тысяч, ну об этом чуть попозже расскажу. Но она не лимитная, как обещали. Так что, знаешь, сколько угодно можешь покупать и обмазываться. ГГВ может просто застрелиться, если они еще будут эти самые новые игры делать еще лимитные. Типа, мы все, больше не будем никого продавать. Окей, такие закрываются и уезжают. Ладно. На сайте ГГВ есть замечательный бандл. Мы решили ставить его в выпуск с книжками по ереси. Там 3 штуки, да? Купи, значит, игру, еще 3... И почитай книжки. И почитай, да, бэкца читни. Мы с тобой сразу вспоминаем ту книгу, где Ультрамарин зарезал всех, вообще, всех просто. Ну нахер. Никто не хочет это. Отец, ну ты видел, видел. Так, но самые песики у 4G, они выпустили бандлы обвесов под каждый легион вместе с этой коробкой по 225 фунтов. Можешь собрать любой легион. Любой. Какой хочешь. Какой хочешь, вот все вместе сразу. Там еще сразу. Какой-то супермажорный бандл, 3 коробки ереси, куча лендрейдеров. Да, там. Этот, Might of Legends там что-то. Да. Короче. Который вообще безумные деньги стоит. Куча с малой вместе с коробкой вам привезут. Вроде как ересь-то в пластике вышла, но Фаржа всегда в своем репертуаре обязательно с малой подгонит. А, вот. Это про, значит, релизы. Про слухи. Проскочили фотки Архаона. Кто не знает, это такой парень, который, из которого умерло ФБ. Убийца. Ну почти. Да. Ну почти. Вот, еще Алексей говорит, что там типа 3 головы всего. Да, да, на его зверюшке всего 3 башки. Как мы знаем, Архаон это же обмазанный богами чемпион. Ну, да, это Абадон здорового человека. Да, только у зверюшки всего 3 головы, а богов хаоса вроде бы 4. Ну угадайте, не Сланиш. Вот там. В общем, как уже описалось, трон Сланиш пуст, где принц тьмы обитает, непонятно, но... Зато есть рогатая крыса в Фантероне теперь. Все потому, что Верментайт вышел и известность у крысы теперь.
Все знают, кто это. Знать не хочу. Верментайт обсуждали уже? Верментайт, ну короче, Left 4 Dead-то? Ну да, да. Left 4 Dead. Left 4 Dead с крысами. Он с не крысами. Плох. Он неплох. Там есть инквизитор, у него есть пистолет, и все хорошо. Ага. Ну и ты Игомал или видел? Купил, играл, да. Играл. Да. И как? Ну, это Left 4 Dead. Left 4 Dead с крысами. С крысами. Все. Все. С прокачкой только. Ну не с прокачкой, а с возможностью крафтить шмотки, менять шмотки, новые крутые выпадают. Там тоже это ползает. Нет, там просто лежишь, тебя поднимают. Ползать нельзя. Ну, ё-моё. Еще иногда тебя просто уносит крыса за горло штукой и сажает тебя на пику точеную, но тебя должны освободить, пока тебя не посадили на второй аспект загадки. Ясно, понятно. В общем, на самом деле у нас новости видеоигр, теперь Шон ответственный. Там стримит все подряд, что только можно. Там, короче, возрождение варп-маяка, стримы всех новинок, какие есть. Он купил четвертую PS-ку, на которой автострим, короче. Это удобно. И сидишь, гамаешь, и что-то там рассказываешь. Ладно. Еще такой слушок небольшой. Этот Betrayal at Cult обозначен как Core Game. Core Game у нас был... Стартер Age of Sigmar, соответственно, какие-то дополнения уже запланированы изначально. То есть, ну, ересь большая, делаем. Большая ересь, да. Все будут выпускать новых. Минимум сделают пластиковый транспорт, и можно будет в это. Хочу играть. Пластиковый Сикаран, сука. Вот эти, да, это полезно было бы. Я бы даже купил. Что я хочу потестить. Я любую технику готов покупать в пластике ересную. И эзотическую тифона хочу в пластике, мать твою. Зачем? Ну, чтоб был? Да. Окей. Погамать на... Чтобы его взорвали, короче, на каком-нибудь опоке. Потому что так и будет. Да. А этот самый скорпион из пластики, это вообще был бы просто бог. Его там... нету в ересе же. Жжжж. А где он есть? Скорпион есть, да. Вот, типа, это просто ясно. Ну, короче, я тут это драчу немножко. Хариби из пластики. Хариби из пластики. И 20 бурсуков. Бурсуков. Нормально. В пластике. Про бурсуков, кстати, тут... Они есть в пластике. Вышел на меня один художник, который хочет сделать штук 20 различных бурсуков, прям, ну, в кайф собирать, чтобы все, все в разных этих самых позах, все такое, короче. А с тебя тут что? А он согласен снимать ролики об этом. Так что вам, возможно, в ближайшем будущем, короче, что-нибудь... Сверхполезное видео, как делать бурсуков. Ну, это хобби-часть, да. Хобби-часть. Квинтэссенция хобби-части. Да. Собирать ненужный говно. Миниатюрка, которая никогда не появится на столе. А если появится, то простоит там ход максимум, может, два. И все. Нет, зато можно тысячников сделать. То и результат тоже будет. Лучшее, что я помню о бурсуках, это в первых моих играх где-то, короче... Они стояли вокруг квадратной коробки, с одной стороны, с другой прижимаясь вот так к ней, и вскоре точку, и чтобы хоть никак ты не убил, короче, бурсуки. Нет, ты в пятерке их возил с бадоши вроде. Ну, чуть-чуть совсем, чуть-чуть совсем. Каплюшечка. Я пытался как-то, просто даже с Кхарном. Пришел к паладинам. Погрустнел. И просто Кхарна бич слапнули, говорю, вот так. Так. Все про слухи, коммунити. В принципе, все потухло. В прошлый раз рассказывали, там горело просто и о том, и об этом. И там, значит, кто-то рассказывал, как надо читерить, кто-то рассказывал, как надо правильно играть. Вот, как-то все это... За... История закончилась. Кто-то Степан. Ну, это известно. Вот. И последняя у нас тут небольшая вспышка, связанная именно с уволенным сотрудником и ТЦ, который он до сих пор не сдал. Его просто гоняют по плачу с санными тряпками, да, на данный момент. Пытается отбиваться, но безуспешно. А мы как это... Сейчас же скандал с этими с дизельными движками-то у Volkswagen. Вот, и там все, короче, разбегаются эти шишки, короче. Это не я. Журавлёв, он виноват, короче. Да. Уволили. Вот. Он там отбивается как может. У нас за него это душа болит. Нет. Вот. Нет. Так, и что еще хорошо можно сказать? Короче, турниры. Обучалка в эту субботу. Народ будет немного, как я понимаю, так что
спокойно приходите. Неужели тебе еще не пришли все, кто хотел бы учиться? Ты знаешь, идут. Идут, приходят, учатся, уходят и никогда не возвращаются. Ну так работает. Очень, короче, отличный учитель вообще. Вообще. Короче, максимальный этот самый ламповость. Будем рассказывать. И в воскресенье хороший турнир, 1500, там что-то уже 12 на прилете. Пожалуйста. Удалитесь все те, кто не собирается участвовать. Да, потому что на меня места не хватает. Да. Кто, короче, ростера не сдал, у всех удаляем. Я не сдал. Дай первому дать. Дай! Так, давайте немножко о проекте. Значит, смотрите, для всех подписчиков компания Marley в этот четверг, вторая часть, странный репорт. Посмотрите. Та самая эпичная битва. Вот, второй этап. И в... А ты альтернативную версию это от Алисы выложишь? Вот этой второй. А я думаю, части. Алиса сама и выложит. Или сам. Или сам. Как настроение. Потому что никто не знает. Никто не знает. Вот. И Ghost Kill анбоксинг в субботу, если кому интересно. Вот. В это время... Большая невидимая ебала от... Абсолютно невидимая. Хорошо. Абсолютно большая. Абсолютно большая. Абсолютно ебала. Премиум подписчики про турнир смотрят с понедельника по четверг. Там, как мы Андрея развлекаем. Ему там очень нравится. Если кто хочет, посмотрите, там трейлер был. В начале новостей. Ему до сих пор нравится. Да, он как бы готов до сих пор рассказывать о том, как что там было не так. И каждый раз, вот реально, короче, я Гоголя тут эту вечера на хуторе близ Диканьки слушал. И, значит, там был этот глава деревенский, который при каждом удобном случае заводил телегу про то, что вот, там, значит, царица где-то ехала, его вызвали, значит, сопровождать ее. И он самой царицы-то не видел, но зато сидел на козлах вместе с царским кучером, короче. И каждый раз брает, вот, каждый раз играл про турнире, вот так вот. Там это самое, вот это, да, ну, короче, вот. И у Журавлева спросить, он вам расскажет. Он готов рассказать. Можно просто краткий вариант, придуманный Устиловским, эта игра не пошла. Все, опишет происходящее. Так, и кошмарные эти киборги от звезды или от технолога, там просто ад и погибель, короче, анбоксинг в субботу. Вот, и еще по проекту, смотрите, короче, вот эта коробка Ереси за 9000. Какие-то бешеные деньги, еще покрасить, скорее всего, по-хорошему нужно для обзора, это еще тоже минимум 9, а скорее и больше. Хотя, может быть, найдутся люди, которые подешевле сделают. Что-то мне тут все стали трясти, вот, что ты там у Фоса сам красишь. Крась. Сам красить. Сам красить. Я буду, знаешь, сколько красить? Да кому есть. Год. Да, ну и что? Нет. Спейсмен ответ. Короче. Очень. Решили попробовать следующим вариантом найти под нее деньги. Собираем со зрителей по 500 рублей желающих. Значит, ну, я решил, что 500 рублей достаточно. Ну, короче, не, если по 200, например, да, сколько же это 10 тысяч на 200, это 50 человек, что ли, да, я нажму? Ну, да. 50 человек, это как-то до хрена. Короче, это 1/11 часть твоих премиум. Да. А, соответственно, 500, это очень быстро, это десятка, это уже 20 человек, все же. Вот. И мы снимаем, мы коробку покупаем, снимаем по ней видос, а потом... Одному из тех, кто помог ее доставать, коробка эта достается случайным образом. Вот такая коробка, вот замануха. Не миньки, только коробка. Не, ну миньки, коробки, все там, все, что есть в этой самой. В общем, короче, это для кого-то за 500 рублей коробка та, что стоит от 9. Именно под этим постом гоняют сами тряпки. Гоняются, да, Журавли, не знаю почему, но, короче, так получилось. Так всегда, что-нибудь постишь, а срач идет вообще не про это. Как обычно. Вот. А нам, мне, конечно, эта коробка вроде как нужна, но я подумал, лучше снять нормальный ролик, вот, отдать людям, а потом, если уж она действительно прикольная игра, я сам себе как-нибудь найду эти 9000 и куплю. Вот. И если... Знаем мы, как ты найдешь. Ну как? У тебя один заработок. Да, у меня один заработок. Потом опять будем слушать. Плачь, Ярослав. Да, 30 тысяч потратили на говно. Короче, если наберем больше 9, значительно, и чтобы на покрас хватило, еще и покрасим. То есть человек
узнаем, кто зарандомился, кто выиграл коробку, он скажет, что покрасить, прям прокрашенные придут. А подробности об этой акции внизу видео, все написано, как чего. Если вам интересно, пишите. По сути говоря, это лотерея за 500 рублей на 20 рыл. Ну, это не надо лотереей называть. Лотерею у нас проводить нельзя. А это сбор на ролик обзорный по коробке «Ересь». Теперь это так называется. И в благодарность одному из зрителей, который помог, мы коробку это отдаем. Вот так вот. Все? Вопросов нет? Вопросов нет. Так, это все новости на сегодня. Мы погнали снимать интересное.